Бизнес-сообщество страны просит правительство прислушаться к их мнению. Речь идет о возможном повышении ставок НДС и корпоративного подоходного налога. Напомню, ранее сообщалось о том, что ставку планируют увеличить до 16 и 24% соответственно. Бизнесмены заявляют, что эти меры только ухудшат и без того сложную из-за кризиса ситуацию в экономике. К примеру, глава Союза хлебопеков Евгений Ган считает, что данная инициатива, мягко говоря, крайне неуместна. Отмечу, что на сегодня в Казахстане ставка НДС составляет 12%, а КПН 20%. Чтобы, так сказать, снизить нагрузку на бизнес, эту ставку из года в год понижали. И говорили, что это хорошо. Теперь мы говорим о том, что мы будем ее повышать, и опять это будет хорошо. Но это будет хорошо для государства, но не для бизнеса. Только и всего. Это пустые деньги, которые будут ложиться на бизнес, которые в зачет брать себе нельзя, в расчет брать нельзя. Сейчас это абсолютно надумано и, будем так говорить, как бы вам так деликатно сказать, не тактично такие вопросы ставить.